О, ПВО сработало. Где-то над головой. Она срабатывает, отсюда вынимает с задней стороны снаряды, потом разлетаются кассеты. Вот такие парашютики. Такие парашютики во дворах мирных жителей на поселке 12. То есть это говорит о том, что кассетами засыпает целенаправленно мирное население. Поэтому вот как можно говорить, вот Запад что поставляет, видите, чтобы мирное население, чтобы бабушек, дедушек обстреляли, детей, твари. Зачем? Сказали же не трогать вообще. Ну он там шо? Же был, это оно все вместе. Это парашют, это да? Это парашют вот от того снаряда, но он это не разорвался. Оттуда, но... Ага, вот такой парашют, он тоже вынимает, получается, наверное, или спускается, как он, я там не разбираюсь в этом. А вот он снаряд. Ага. Видите, вот перебито здесь. А капсула, ту, которую мы видели, посмотрите с этой стороны. Вот такая, тут вот этот, как говорится, затычка вот эта, она не вынята. И снаряд, и там лежат кассеты в нем. Она вынимается, потом рассыпается кассетами. То есть кассеты не вытащены, здесь сейчас находятся кассеты. Это капсула с кассетами. Да, капсула с кассетами. И вот где она? Она находится именно в доме на 12-й, там, где живут мирные люди. Вот. Ну, она не разорвалась. Да, вот это не разорвалось. Видите, вот снаряд в мягкую землю приземлился и вошел глубоко под землю. И не знаю, что за снаряд. Может, кассеты, может, еще какой-то, но он находится там. То есть он не разорвался. Очень сильный такой взрыв. Я подумала, у меня вот там окошко, оно там еле держится. Я думала, что оно выпало. Я вышла, глянула, стоит окошко. А как гляну, вот это лежит, и тут все... посыпалась. Думаю, что так. А потом я даже не вижу. А потом как глянула туда. А вот там вот это все, оно зеленое. Ну вот он все вместе там лежит. Я, ну не, ну мне ноги отнялись, конечно. Потом я уже вечером подошла. Ну, думаю, оно не взорвалось. Знаете, как вам сказать уже. Так все. Не могу ничего говорить. Не знаю, что вам сказать. Вот эти все летят, вот эти осколки, все. Живешь как в аду. Все живешь мир. Так хочется, чтобы перестали стрелять, оно не получается. Вы помогаете, спасибо. Честное слово говорю. И даете и то, и все. И угля не было, нам не дали уголь. Ну, бог с ним. Хоть на шахте проработала 40 лет, неважно. Главное, что дали нам вот эти пакеты, эти как их, вот эти, брикетики. Все, спасибо вам. Все будет хорошо. Все будет хорошо.